Большинство мужчин задумывается о коррекции размеров своего полового органа, и это желание рождается после посещения сауны, бани, каких-то общих раздевалок, вызывая определенный дискомфорт по размеру наружных гениталий, сравнивая свои с другими. И это распространенная причина, так называемый синдром раздевалки. С чего же складывается путь решения этих проблем? Первое, вы должны записаться ко мне на консультацию. Второе, для вас лично мы подберем нужный филлер, количество этого филлера, ну и, соответственно, максимально приблизимся к решению вашего вопроса. Третий вариант – это дата, когда все и осуществится. Эффективность результатов этого операционного вмешательства, оно зависит от индивидуальных особенностей организма. И в среднем продолжается до 1,5-3 года. При этом чувствительность полового члена, она не меняется. Как вы получали удовольствие от половых отношений, так же вы и будете получать. Порой мужчина хочет не только увеличить объем полового органа, но еще и справиться с проблемой преждевременной эякуляции. Здесь можно скомбинировать две этих процедуры, воздействуя на непосредственно гиперчувствительную головку полового органа. Любой интимный вопрос на сегодняшний день он решает. И качество жизни мужчины всегда можно улучшить безопасными методами. Поэтому обращайтесь, ваш доктор Каримов. #шпикачка